около 7 тысяч жилых домов относятся к пустующим либо ветхим. Вот. И, естественно, работа по ним ведется и в настоящее время. Но за прошлый год был реализован где-то порядка 400 объектов. Вот. Где-то под снос пошли, где-то были проданы. В том числе местные исполкомы выручили средства за это, пополнили местные бюджеты. Но вот, изучив уже опыт работы, поняли, что необходимо совершенствовать механизмы и упростить процедуру, во-первых, отчуждения жилых домов, потому что некоторые граждане готовы и сами реализовать свой дом. Естественно, что, как правило, это касается тех территорий, ну, где, может, меньше всего востребованы они, и оформление документов занимает много времени и финансовых средств. В связи с этим и был предложен порядок вот, отчуждения домов сельской местности, которые введены в эксплуатацию и сведения которых имеются по хозяйственных книгах сельсполкомов или иных документах до 8 мая 2003 года. Это дата вступления закона о госрегистрации недвижимого имущества и прав на него и сделок с ним. Вот эти дома, они могут продаваться без оформления правоудостоверяющих документов. То есть, можно сказать, простая сделка на основании договора купли-продажи, который будет заключаться в местном органе исполнительной власти, вот, между покупателем и продавцом. И это будет уже основанием для перехода права собственности на дом. И право уже или обязанность регистрации дома уже будет на покупателе. То есть для продавца в этой ситуации, ну, процедура максимально упрощена.